Ну, пивка лучше возьмите. Кто вас третий там заскучал в машине? Да? В телефон играть, да. Пиво на службу нельзя. Да? Я смотрю, в магазин ходить можно. Пивка-то взять, может? Какого? Какого? Не знаю, какого там, коллеги ваши не могут определиться, какого взять. Чтобы чтоб служба тянулась легче. Они за пивом пошли? За пивом пошли. Как вы считаете, по уставу ездить-то на служебной машине в магазин? М? Старше, а что, мы не имеем права воды купить в машину? Нет, по уставу или нет? Если вы считаете, что это по уставу, то давайте. Полиция здесь, значит, что-то случилось. Правда, один полицейский сидит, играет в телефон. Пошли в Дикси, сейчас посмотрим, что там. Не тут. Ну уже радует. Может быть, даже не за этого приехали. Пивка лучше возьмите. Кто вас третий там заскучал в машине? Да? В телефон играть, да. Пиво на службу нельзя. Да? Я смотрю, в магазин ходить можно. Можете у Беляева с телешем, в принципе, спросить, что за это бывает. Ну вот, собственно, покусения подтвердились. Полицейские, вишняках, как всегда. Какой вызов? Надо в магазин заехать. Попить взять. Наклеечку какую-нибудь на личную машину, да? Ребенок в автомобиле там. Еще какими-то делами с вами позаниматься. Лишь бы не служить. А третий, ну, в телефон поиграет в машинке, ничего страшного. Сейчас спросим у него, что, может, ему что-нибудь взять в магазине-то? Потому может, про него забыли, коллеги-то его. Как неполное служебное потом получать-то. Как Беляев с Телешевым. Те, которые на станции тогда были, билет покупали. Неполное служебное получили. Сейчас Следственный комитет с ним еще разбирается. Пивка-то взять, может? Какого? Не знаю, какого там, коллеги ваши не могут определиться, какого взять. Чего, чтоб служба тянулась легче. Почему? Не знаю, почему. Какое пиво? А? Какое пиво? А не знаю, знаете? У них спросите. Они за пиво пошли? Не знаю, зачем они пошли. В магазине ходят, там продукты выбирают. Вон, видите, целый продуктовый набор. Нам чем-то помочь? Что у вас случилось? Случилось то, что... Отдельный батальон полиции, Жан Тулевич. Что вам? Вот, чем спасибо, грамотнее тех двух. Молодцы. Вот. А как вы считаете, по уставу ездить-то на служебной машине в магазин? М? Старше, а что, мы не имеем права воды купить в машину? Нет, по уставу или нет? Если вы считаете, что это по уставу, то давайте. Можете, в принципе, у Телешева с Беляевым спросить, что за это бывает. Как они неполное служебное там получили. Не знаете, нет? Нет, не знаю. Билет купить в кассе? Вот такой вот, который молодой человек сейчас купил. Какая вам разница? Чего понятно, я оплачиваю? Хорошо. Я ничего не оплачиваю. Вы меня услышали? Ну вот спросите, узнаете.
Я думал, случилось чего, думаю, в Дикси зашел, нету, думаю, где-то что-то случилось, кто-то что-нибудь украл. Ребят, заранее надо закупаться, а то у вас не останется на службе. Во, на вызов, правильно. Стегнуться, нет? А зачем? Да-да-да, мигалка, швед. Сразу на вызов, да. Молодцы. Умницы. Умницы. Нечего сказать. Вообще, то есть, ну, хотя бы на этот раз руки не распускали, не забирали. Один из двух, к которым я обратился, представился. Ну, все нормально для них. Че, нельзя воды купить, что ли? Да можно, можно. Но только, блин, по-моему, такие вопросы надо решать до службы. Как-то, если там что-то... Действительно, они покупали там какие-то USB-устройства, да, может быть, в служебную даже машину. Надо писать репортаж, чтобы их обеспечивали до службы. То есть они уже на службе занимаются какими-то хозяйственными вещами, которые явно не относятся в их компетенцию. Ну, я даже не знаю, ребят, надо жалобу писать, потому что это повсеместно в этом районе. Район Вишняки у нас тут. Вот. Одних уже привлекли неполные служебные. Сейчас комитет, может, посадит их, не посадит, не знаю. Этим тоже дисциплинарное взыскание, я думаю, не помешает. Ну вот, примерно полчаса службы, все. Солдат спит, служба идет. Все хорошо. Вот. Ну что? Напишем жалобу, получим ответ, опубликуем в телеграм-канале нашем. Кто не подписан, подписывайтесь, ссылка в описании. Алрус Ньюс, телеграм-канал, там всякие бэкстейджи, видео. Вот это туда пока еще не запилил в прямом эфире. Потому что думал, что полицейские и в магазин все-таки приехали, а на вызов какой-то. Но нет. Но я думаю, там это видео оказывается раньше, чем на ютубе. По крайней мере, тизер этого видео. Так что подписывайтесь на телеграм-канал. Также подписывайтесь на канал и оставляйте несколько комментариев к видео. Что вы думаете о том, что за наши деньги полицейские разъезжают по магазинам, покупают себе личные вещи, там еду, продукты питания и прочее. И готовы ли вы за это платить им? Все, всем удачи, всем пока. Боритесь за свои права.